Убей. У меня просто 30 хпшки. Чё? Так. Чего? Чего? Чё это было? Стой! Это ж чё? Стой, стой на месте. Я сейчас с балкона на балкон перепрыгну. Пошли, уже всё почти, пошли. Давай, давай. Так, ещё немного. Чем я же? Верхний. Давай, дефьюз. Рок, блин. Какого фига ты мешаешься? В общем, мы сейчас в отеле, в общем, в элитном районе. Похильте меня, у кого хилка есть. У Рока. Ща. Так, ты готов? Где? Вы стреляете только нормально. Так, раз. Два. Три. Ёп. Это чё? Стоп, это дождь. А, это... Ага, всё. 100 хп. А, блин, у меня голод. Кумыс провалился куда-то, или я его не за... Аня. Всё нормально, всё. На-на-на. В одной толпе не стойте. Вы только нормально стреляйте, меня опять не убейте. Мне всё равно зажимать надо. Какой красоты, а? Сейчас домой приду, ещё. Я потом отрубился в 9 часов вечера, сразу. Ты меня не понял. Двое. Здесь трое. Быстрее валите сюда. Это мы. Всё нормально тогда. Вот на тебя посмотрел. Пацаны. Что? Сава, давай! Шо, где? Ты шо? Ну, что ты делаешь? Это человеческий зоопарк? Да. 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 Вам покушать надо? Чё? Будем мы вас кормить да? Будем, а потом уже... Курицу, вот, сырным соусом, потом картошку фрику, картошку, и желательно Ма, еще торт. У меня есть только это, жри это. Ты не обожди. Пусть тоже сойдет. Все, да, сидим на моей. Пусть тоже сойдет, одно и то же. А можно мяч мне, да? Эти маленькие читерские, так сказать, которые бы все купил. А вот. Вообще... О, стоп, я что, выиграл? Я выиграл 250к, найс. О, воу. Круто. Отличили все на кучу. Ну, как бы... Это было сложно, но я это сделал. Я молодец. Я вообще супергерой. Йоу, все. О, вау, моя тачка. Машина. Воу, тачка. Ничего не хочешь сказать, не? Ой, здравствуйте, товарищ полицейский. Стоять на месте. У меня требование остановиться. Последний раз. Нет. Бля. Вали. Получился, к сожалению, не таким большим, как хотелось бы. Я хотел растянуть его на 10 минут, но вдруг меня забанил кодер. Именно кодер сервера на втором сервере. Как-то ни странно не звучало. И как бы он меня забанил на вроде бы как на 2 недели за богоюз. Примерно я объясню вам сейчас ситуацию, то есть
Я сидел на крыше, подлетает этот кодер. У меня была в руках дубинка, которая может, ну, как шокер, в общем, действует. Отталкивает и, ну, ослепляет ненадолго. И получается, я его, ну, пнул, можно сказать, один раз. Он был в ноуклипе. И он мне выдал бан. К сожалению, у меня записи нет, так как я тогда не записывал, и мы творили всякую дичь. Защищались от копов. Ну, к сожалению, я это все не записал, и, можно сказать, материал просто пропал. И у меня даже нет доказательств для разбана. Ну, я могу сказать только одно. То, что, во-первых, никакого багаюза не было, и причина для бана тоже не было. Ну, и, во-вторых, играть я буду на каком-нибудь другом сервере. Я не буду ждать 2 недели. 2 недели! Это, получается, последние 4 недели лета. Я буду ждать 2 недели, чтобы поиграть на этом Galaxy RP. Это... Я не знаю. А, так вот, я еще забыл рассказать. Кодер тогда... Ну, я ему как бы писал. В Steam он меня даже добавил. Я ему писал. Ну, конечно же, он игнорил. В игре, когда вот мои друзья просто написали ему, типа, этот, кодер ТП, он ТП-кнул их. А когда речь зашла о мне, то есть, вот когда мой ник появился, то есть, они сказали, тэпни человека, пожалуйста. И он тупо их скинул с крыши, и все. То есть, он не хочет даже разбираться, кто в чем виноват. Ну, как-то так, я не знаю. Халатные отношения администрации. И он написал, что он играет в свое удовольствие. Мне кажется, свое удовольствие это просто, не знаю, забанить кого-то и... Я не знаю, типа, меня бесят всегда такие люди, которые думают, если у них высокая роль, им можно все. Это, ну, правда. Ладно. Если вы знаете какой-нибудь годный проект по грисмоду, пишите его в комментариях или в личку мне в ВК скидывайте. Я обязательно поиграю, потому что на Galaxy RP... Эти 2 недели я снимать не буду, а возможно и вообще не буду. Так что, как-то так. В общем, с вами был я, Влад, я же Суперфрост. Всем удачи, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, колокольчик, все такое. Всем пока.